И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть, как всегда, «Растения против зомби 2». И, как вы помните, в прошлой серии мы победили доктора зомбоса в Египте. И мы перешли на пиратский мир. Вот. Пока у нас мы 0 раз проходили этот пиратский мир, ни один уровень не прошли. Ну, давайте перед тем, как проходить уровень пиратский, мы зайдем в магазинчик. Вдруг там что-то появилось. Так, здесь ничего. Так. Ничего не появилось. Здесь, может, что-то появилось? Нет. Здесь? Нет. Почему ничего не появилось в магазине? Должно же что-то появиться. Ну ладно. Окей. Ничего не появилось. Окей. Ладно, идемте в пиратский мир. Ура, ребятки, пиратский мир. Мы здесь получим вот это растение и это растение. Вот это какую-то пушку. Знаете, как у меня цель добыть, знаете кого? Вот, трех стрелок. Ладно, поехали, ребятки, все. Так, что-то говорит зомбус. Так, у нас пиратские зомбачки. Так, кого будем выбирать? Так, кого же будем выбирать, ребятки? Может, выберем... Не знаю, кого бы выбрать. Выберем вот этого? Выберем еще вот этого? Еще выберем вот этого, вот этого и вот этого. Все, поехало, все. Так, я постараюсь как можно больше уровней пройти за эту серию, как можно больше уровней. Поехала, просто битва, я реально все, поехала, битва. Так, первый уровень. Так, идет за бакс. Мы его замораживаем. Ставим бонг чоу. Сейчас он развалит этого чела, да. Все развалил. И здесь тоже бонг чоу ставим. Все развалил. Так, здесь ставим его. Здесь ставим заморозку. Здесь ставим этого. Так, я думал, сейчас съедит этот чел. Короче, давайте быстренько. Все, ставим бонг чела, просто убиваем. Сейчас ставим всех людей просто. Так, раз, два, три. Поехало, ребятки. Все, здесь сейчас этот вылетает. Давайте тут заморозку поставим. Вот так, так, так. Просто спидраним просто. И электричество просто. Ребятки, ребятки. Я хотела сказать зайти в Донсад, ну и посмотреть, но там было 4 часа, 4 часа не прошло. Все, мы победили, прикольно. Нам дается новое растение. Ура! Новое растение. Мы получили новые растения. Это что за кукуруза пульта, да, ребятки? Реклама, ребятки, перематываю. Что, ребятки, реклама закончилась, у нас следующая. Как это называется? Следующий уровень пошел. И, кстати, ребятки, хочу обратиться к этому комментарию. В моем новом видео чел этот
один мой подписчик, наверное, или не подписчик, не знаю, написал: чел, зачем ты на взломке играешь, это тупо. Ну, ребятки, короче, я ему вот ответил. Просто, ребятки, взломкой мы можем победить и этот, и пройти много. Наверное, ребятки, наверное, когда я пройду, я просто хочу пройти. Я бы без взломки не прошел эту игру, это так хорошо прям пройти ее, не смог бы. Поэтому я решил скачать взломку, ребятки. Вот так, да, все. Переходим к растению против зомби, ребятки. Все, ребятки, мы опять в растение против зомби 2. Так, берем нашего кружепульта. Все, у нас катапультная атака. Вот этого берем. Кто еще катапульты атакует? Все, у меня больше никто не атакует катапультой. Ладно, берем вот это. Вот это. Берем вот это. Вот это. И все, в принципе. Так. Просто ставим это, ставим это. Все, давайте выставим команду, и это будет на весь уровень. Ну, не прям на весь, ну, почти на весь. Если что-то произойдет, то конец будет у меня. Если что-то этот... Ну, пока что мы этот... Выдержим. Все, я ничего ставить больше не буду. Ребятки, там этот... С чайкой. Или это не чайка, или что это? Ладно. Короче, там этот зомби летает. Давайте убейте его. Фух, он в воду упал. Хорошо. Если он упал в воду, это очень хорошо. Так, суперсила. Пожалуйста, замедли всех. Так, все, замедлили. Так, давайте кабачка подушку. Дышь, кабачок упал в воду. Кабачок, зачем ты туда прыгнул? Он упал в воду. Кабачок наш. Даем суперсилу. Дышь. Все, легкая победа, ребятки, легкая победа. Второй уровень пройден, легкодняли, легчайшая. Так, сейчас реклама, как всегда, будет, да? Да, я перемотаю вам. Так, ребятки, реклама закончилась, у нас третий уровень. Кого будем брать? Берем двойное солнышко под солнышко. Берем обычное солнышко под солнышко. Вот. Берем нашего сюрикена. Берем нашего вот этого чела. Кукурузу будет. Берем нашего перчика. И берем... Купим мясо. Не, не хочу. Вот это возьмем. Это очень крутое растение. Так, солнышко, чик. Вот это поставим, чела. Там два зомбака на линии. Давайте мне солнышки. Мне очень надо, ребятки. Давайте. Все, спасибо. Там уже на линии зомбаки идут. Ничего мне делать. Так, почему они не дают мне солнышки? Вот. Давайте мне солнышки. Ну, конец мне, конец. Нет, пожалуйста, выживите. Фух, они выжили. Так.
А теперь давайте откинем этого зомбачка в воду. Эй, я хотел воду. А если, когда он вот так делает и вот так сделает? Пока в воду пошел. Мне нравится, когда они падают в воду, зомбачки. У меня теперь супер защита. У меня еще что? Все, никто не пройдет через эту супер защиту. Я это понял. Окей, давайте, давайте проверим. Никто не зайдет в эту супер защиту, я уверен. Вот так сделаем, но вот только вот здесь будем защищать. И все. Только вот здесь никто не пройдет через супер защиту. Так, я зубы. Никто просто не пройдет через эту супер защиту. Вот, не прошли. Просто никто не пройдет. Понимаете, никто не пройдет через мою суперзащиту. Давайте, чтобы там исправить, смотрите, идут зомбачки, купим. Смотрите, идут зомбачки, да? И смотрите, вот даже вот такой, на, вот такой не пройдет. Посмотрите, так его ломает, да? Ломает. Не, а фух, фух, все, видите, вот все. Все окей, все, все, все. Видите, моя суперзащита всех победила. Нам далось новое растение. Дракончик. Ура! Нам далось новое растение. Растение, дракончик. Мы получили перематываю. Так, ребятки. Уровень. Так. Аренда растений. Не, я хочу эту, вот эту лягушку. Давайте я ее посмотрю рекламу. Вам же, вы же ничего не, видеть не будете, я перемотаю вам. Мы арендовали, ребятки, эту лягушечку. И весь уровень будет состоять из нее. Будем выбирать только вот этих людей. Я не буду вот этих растений только. Ну, которые атакуют так сильно. Ну... Не стреляешь. Все, весь уровень это лягушки будут красить. Лягушки. Все, поехала просто битва. Ставим. Давайте вообще проверим, как вообще работает. Сейчас где забок пойдет, там и поставим. Вот здесь давайте ставим. А чего она не атакует? А чего она не атакует? Наверное, она ближайшая, да? Поставим сюда. Да! О, почти съела, пацана. Съела, съела. Давайте еще раз. Давай, 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 давай. Опа, съела, пацана, съела, реально. Давай еще съешь кого-нибудь, давай. Съела, пацана, съела, реально. А суперсила какая, ребят? Вот это хорошо, реально. Они солнышки дают, да? Жуйте, жуйте, жуйте. Давайте, нет, кусают, кусают. Спасение. Все, съели, съели чего. Брата, нас спасаем. Все, сейчас все просто... Мои лягушки просто все победят. Давай! Нет, 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 конец! Ветродулька! Ветродулька! Там, нет, нет, прорываются, они прорываются! Лягушки здесь, ну, надо здесь... Сейчас, сейчас они прорвутся! Куда ставить? Сюда ставь, поставлю. Стена решка. Нет, 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 не нужно! Все, 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 все. Ну... Так, ставили гусечку, она... Там прорвались, прорвались, прорываются. А куда мне поставить? Сюда-то поставил. Лягушки всех просто берут и съедают. Опа, опа, опа. Видите, они тянутся за кушанье. Ребятки, там проблема у меня. Но видите, на нижней линии
почти на ближней линии. Здесь везде у меня проблемы, ребята. Что делать, что делать? Мне сейчас съедят моих людей. Мои растения сейчас... Все-таки зря, зря. Давай. Да, съел. Все жуют. Суперсила. Давайте суперсилу делать. Все, давайте всех жуйте. На. Еще последний остался. Давайте. Хоп. Дым. Мы получили сундучок. Ура, получили сундучок. Так, что-то сосед говорит. Давайте купим. Дорожка Мхандрила. Так. Что-то у нас открылось. А, я понял, это типа там бесконечное выживание. Точно. Я хочу уже пройти на 4-й уровень, ребят. А, это я уже 4-й прошел, это 5-й, да, уровень. Скоро мы колючки получим, ребята. Мы скоро колючки получим. Так, давайте это возьмем. Дракошу. Кстати, мы не использовали дракошу ни разу. Поэтому давайте возьмем его сейчас. Вот этого поберем. Кого еще возьмем? Давайте возьмем гипногриба. Вот это, наверное. И еще его улучшим, ребят. За нас будет гангур... Не хочу его улучшить. Потом я увижу, какой гангурчила в этом мире. А я хочу... не увидеть этого гангурчила. Когда он появится, тогда я его убью. Так, кого? Давайте возьмем перчика и бонгчоу и стенорешек. Все, сейчас просто. Так, давай. Ставим. Подождите, где собака пойдет, туда я и поставлю. Сюда, давайте проверим дракошу. Вот сюда поставим. Ага, он ближнее растение. Окей, давайте проверим. Как он вообще атакует? Опачки, он на три линии атакует. Прикольно, давайте ставить его. Прикольный чел, реально. Вот так, так и так. Так и так. Все. Теперь просто будем смотреть и наблюдать, как вообще. Так. Суперсила 1000. И я хочу его прям подловить момент. Тысь, водичку. Пока. Так, перчик, вот как хорошо, прям хорошо. Да, вот такие. Вот так. Побеждайте. Нет, сейчас съедят моего дракоса. Нет, фух, не съели. А какой у него суперсила? Круто. А как на огонь горит на воде? Нелогично. Ну ладно. Вот так. Это берем, даем силу, суперсилу. И сюда даем суперсилу. Тыщ. Я ничего не вижу. Здесь везде идут зомбаки. Я ничего не вижу. Бонгчоу, давай просто всех бей, давай. Персилу. Тыщ. Так.
Все, ребятки, мы прошли этот уровень. 5-й уровень пройдя. Ребятки, 5-й уровень пройден. Реклама перематываю. Ребятки, это следующий уровень у нас. Так, я вам чуть-чуть перемотал на следующий уровень. Я рекламу вам перемотал. Так. Кого будем этот выбирать? На аренду возьмем растение какое-нибудь? 500 штук стоит. Как это много? А это что за банан? Ладно, не будем пока брать. Давайте возьмем самого сильного чела. Вот этого чела. Все, мне кажется, больше никого мне не нужно. Этот чел просто всех развалит. Вот, все. Этот чел всех просто развалит. Вот этот чел. Окей, давайте, чтобы было прям честно, я поставлю этого чела вот так. Смотрите, смотрите. Одного сюда. Одного сюда. Одного сюда. Вот так, вот так, вот так. Подожди, сейчас пойму. Сейчас поймете. Видишь, какой он сильный, ребятки, да? И я только вот так вот оставлю, да, вот такую штуку. И ничего не буду использовать. Не суперсилы, а просто оставлю. И мы будем смотреть. Окей, все, поехало просто. Пока что они выигрывают. Давайте ускорим этот момент. Эй, они сами делают суперсилы, ребят, я ничего не делал. Они сами делают суперсилы, это прикольно. Сами суперсилы делают, ребята. У меня только одна суперсила. Вот, я ничего не делаю, это сами они делают суперсилы. Пройдут ли они весь уровень? Ребят, к ним подходят, ребята. К ним подходят зомбачки. Неужели они проиграют? Нет, как просто ранили. У них суперсила сделалась. Я не всех убил. Я зомбачков, я хочу, чтобы победили они. Эти зомбачки. Ну, хотя бы одного съели. Ну, давайте же. Нет. Нет. Нет, капец. Нет, все. Они выиграли весь уровень. Неужели они выиграют весь уровень? Нет! Они выиграли весь уровень. Ребят, вы признаете, что... Кодрышка нахандала. Что это за имба? Нам кто-то выпал. Нам выпала колючка. Окей, ок, ок. Перематываю рекламу вам. Ребятки, мы на следующем уровне. И здесь какой-то новый зомбачок, видите, с бочкой. И нам доступны колючки. Окей, нам далось. Колючки ломают бочки, да? Я прочитал там. Если колючки ломают бочки... Как я помню, колючки там могут ломать бочки. Да, правильно? Все правильно, окей. Колючки могут ломать бочки. Ура! И мне кажется, мы уже 2 растения сегодня даже 3 растения сделали. И мне кажется, надо заканчивать. Потому что мы 3 растения получили. Это вот это, вот это и вот это. Давайте заканчивать, ребятки, тогда. Окей, давайте выйдем из левела. Реклама, ребятки, перематываю. Так, ребятки, ну давайте прощаться уже. Реклама закончилась. Короче, ребятки, ставьте лайк.
подписывайтесь на канал. Ну, и, конечно же, ставьте колокольчик и пишите комментарии, ребятки. Я все их читаю. Вот как сегодня я вам показал, я ответил даже в ролике на тот комментарий. Так, ребятки, ну, давайте заканчивать. Короче, ребятки, ставьте лайки, ребятки. Подписывайтесь на канал. Ну, и все, ребятки, с вами был Разные Игры. Ну, всем пока-пока, ребятки. Всем пока-пока. Дын-дын. Всем пока. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Всем пока-пока. Пока всем. Пока всем, 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 всем.